Всем привет! Gigabyte, WindForce OS 6 GB, Radeon RX 5600 XT. Это, в принципе, самая дешевая 5600 XT, что мне удалось найти. Давайте сделаем такой небольшой анбоксинг. Что у нее идет в комплекте? А ничего у нее в комплекте не идет. Вот такая бумажка. И сама картонная упаковка. Гарантия у меня на нее 3 года. Купил я ее примерно за 770 белорусских рублей, что на момент покупки где-то примерно составляет $315. Всякие картиночки. Ну что на них смотреть? Давайте посмотрим на саму видеокарту. Антистатический пакетик. Так, сначала проверю, чтобы серийный номер совпадал с серийным номером на коробке. Так, 1726. Я уже смотрю 1725, думаю, коробку не туда. Нет, все совпадает. Так, 144, 10,8, 1726. Так, серийный номер совпадает. Ну что, вскрываем наклеечку. Как говорится, будем надеяться, что я ее первый раз. Я первый ее вскрываю. Вот так. Приятное чувство вскрывать новую видеокарту. Итак, что мы здесь имеем? Естественно, по дешману мы имеем пластиковый бэкблейд. Для чего он нужен? Вероятно, только лишь для красоты. Два вентилятора. Раз, два. Четыре порта. HDMI. HDMI и 3 DisplayPort. Один HDMI и 3 DisplayPort. И заглушечка на PCI разъеме. Так, давайте что с охлаждением у него. Две тепловые трубочки, 8-пиновый доп питания, 8-пин коннектор. Здесь еще какой-то коннектор установлен. Возможно, для какой-то другой версии с подсветкой. Здесь, вот видите, есть, если видно, дополнительный коннектор, но к нему ничего не подключается. Так, если термопрокладки, если у нас термопрокладки, вроде бы память тоже висит на этом же белом большом радиаторе алюминиевом. Тут, конечно, трудно оценить. Ну, какие-то термопрокладки здесь, кроме как... Вот тут вот видны, кроме самого чипа видны. Самый прикол, что, смотрите, вот этот бэкплейт, вот тут он как-то выгнут. Не могу понять, почему он выгнут. То есть здесь прижат, и он вот такой вот дугой здесь выгнут. Я вижу, что вот от этих конденсаторов ножки торчат, и они как бы упираются в этот бэкплейт, и они ему не дают туда, наверное, сесть. Прикол. Уже какой-то косяк дешманского гигабайта. Здесь как бы тоже этот бэкплейт чуть-чуть выгнут. Новая видеокарта. Прикол. Я думаю, что должно быть видно, как он выгнут. Не знаю, на что-либо это влияет. Самый прикол, что я вам хочу сказать, что там термопрокладка какая-то. Вот в этом районе, там на плате, что-то похожее на термопрокладку. Зачем термопрокладка подсунута?
Но это пластмасса. Зачем термопрокладка подсунута под пластмассовый бэкплейт? Честно говоря, очень странное решение. Но что есть, то есть. Ну, вот такое впечатление. Первое впечатление, самый дешман, который может быть. Что тут еще больше разглядывать? Кому интересно, вот тут. Вот здесь подключаются вентиляторы. Это, вероятно, для подсветки. Возможно, сюда тоже можно подключить вентиляторы. Так, никаких переключателей биосов я не вижу. Значит, биос тут один. Ну, осталось теперь проверить ее в майнинге. Что она из себя представляет. Все, друзья, вот такой вот обзорчик.